Итак, начнем с универсальных растровых форматов и самого прямолинейного и простого из них – BMP. Файл состоит из заголовка фиксированной длины, каталога информации об изображениях и непосредственно изображений. Может хранить растровое изображение от однобитного до полноцветного, но только 8-битный канал и при этом поддерживается только модель RGB. Бывают 32-битные BMP, но четвертый канал зарезервирован, прозрачность здесь не поддерживается. Вообще, это самый старый графический формат Windows, и объективных причин его использовать сейчас нет. Интересен он тем, что изображение в него записывается по пикселям последовательно. Красный, зеленый, синий, красный, зеленый, синий. В старых версиях Windows до XP изображения в иконках и кнопках записывались исключительно в таком же формате. Но потом появилась поддержка JPEG и канал прозрачности, а сам оригинальный формат BMP так и остался без дополнительных возможностей. И сжатие там поддерживается только RLE. Формат GIF был одним из первых, хранивших цветные изображения в более-менее сжатом виде. К тому же он имел некоторое подобие прозрачности, а чуть позже у него появилась возможность анимации. Правда, он мог поддерживать только 8-битную палитру, это любые цвета из RGB, но не более 256 штук. Благодаря этой ограниченной палитре он и мог сжимать графику, используя алгоритм LZV. А прозрачность там реализовывалась просто, один из этих 256 цветов объявлялся прозрачным. Анимация GIF представляет собой смену последовательно записанных кадров, причем каждый кадр может занимать разное время. В следующем кадре обычно записывается разница от предыдущего, что дает возможность экономить место относительно полной смены картинок. Этот формат получил широкое распространение для хранения фотоизображений для конечного просмотра в первой половине 90-х годов. Позже он стал одним из двух основных графических форматов веб, взяв на себя элементы интерфейса сайтов, анимированные баннеры и изображения с непрямоугольной формой. В GIF хорошо записывать малоцветное изображение, критичное к потере четкости контуров, поскольку в нем применяется сжатие без потерь. Если надо представить текст картинкой и нарисовать схему проезда, это лучший вариант. Для настоящей анимации GIF не используется. Даже во времена его доминирования среди графических форматов для этого был построенный на основе GIF формат FLC, создаваемый программой Autodesk Animator Pro. В него же экспортировала анимацию Autodesk 3D Studio, бабушка современного 3D Max. В наше время и видео, и анимация записываются в форматы с деструктивным сжатием. Формат JPEG, как несложно догадаться, основан на алгоритме сжатия JPEG. Этим характеризуются его основные особенности как носителя графической информации. Поддержка полноцветных изображений, сжатие с потерями, регулируемая степень этого сжатия. Формат не поддерживает прозрачность, зато в отличие от GIF он поддерживает различные цветовые модели, знает, что такое разрешение, имеет поддержку метаданных в формате EXIF2, что дает возможность сопровождать изображение с, например, фотокамеры, подробнейшей информацией о дате, параметрах съемки. А при редактировании туда можно записать самые разные данные, включая имена людей в кадре, данные об авторе, владельце изображения и много чего еще. С давних пор там поддерживается, например, запись GPS-координат. Сама же техническая возможность записи координат появилась только в смартфонах и некоторых моделях современных фотокамер. Со второй половины 90-х годов и по сей день JPEG – безусловный лидер среди графических форматов при хранении передачи фотоизображений. И веб – это один из самых распространенных графических форматов. Недостатки формата JPEG – это его ярко выраженные артефакты сжатия и отсутствие поддержки прозрачности. Их попытались устранить в новой версии – JPEG 2000. Но формат этот, хоть и технически более совершенный, поддержки не получил. Сохранить в него можно, но быть уверенным, что файл откроется у произвольно взятого пользователя на любой программе, которая открывает JPEG, увы, нельзя. Так он остался хорошим, но опоздавшим к своему времени форматом. Как уже отмечалось в прошлой теме, вместо дискретного косинусного преобразования здесь при сжатии используется вейфлет преобразование, что позволяет избегать эффекта гипса. Отчасти печальную судьбу JPEG 2000 можно объяснить тем, что его нововведения не были такими уж новыми. Например, еще в середине 90-х фирма Macromedia предложила формат PNG, который, правда, тоже не потеснил ни GIF, ни JPEG, тогда говорили, что он опоздал. К тому же сжатые PNG изображения имели больший размер, чем JPEG. Но здесь стоит посмотреть его характеристики. Сжатие PNG не деструктивное, при том относительно эффективное. Здесь поддерживается и большая глубина цвета, и ограниченная палитра, и полноценная прозрачность, она называется альфа-каналом, а также метаданные, и даже служебная разметка на слайсы. Это для создания элементов веб-страниц. Существует анимационное расширение PNG, APNG, и отдельный анимационный формат, MNG. Но значимого влияния в графике они пока не имеют. В нашей классификации PNG это универсальный формат. Но изначально он был оригинальным. Это рабочий формат программы Macromedia Fireworks. Она была аналогом Adobe Photoshop для веб-графики от компании Macromedia.
Еще один классический формат растеровой графики – это TIFF. Если все, что мы до сих пор обсуждали, так или иначе относилось к компьютерному воспроизведению графики, то TIFF интересен тем, что это формат, с которым работают еще и в полиграфии. Там презрительно посмотрят на JPEG, и там совсем неприменимы GIF и BMP. Формат TIFF позволяет работать палитрой CMYK, поддерживать цветовые профили. Ну, JPEG это тоже все поддерживает, но мы помним, какие у него отношения с цветом. Поддерживается также множество слоев прозрачности, они называются масками. Вообще TIFF можно записать не только графику, это более универсальный формат. Например, некоторые фотокамеры записывали фотографии в TIFF с JPEG-сжатием, а формат этот выбрали, чтобы заодно дописать туда звук. Еще одно применение этого формата – это факсы. Причем в исполнении факс-программ TIFF получались многостраничными, что было удивительно для Photoshop, который упорно видел только первый лист. При записи в TIFF можно выбирать алгоритм сжатия. Можно ограничиться стандартной внутренней архивацией ZIP. Можно применить LZV, если содержимое позволяет. А можно в этом контейнере хранить самый настоящий JPEG. Но надо понимать, что от этого потерь от JPEG сжатия меньше не будет. Хотя прозрачность и другие возможности формата при этом сохраняются. Теперь посмотрим на семейство форматов фотонегативов. Здесь мы возьмем сразу и универсальные, и оригинальные форматы, так как они тесно связаны. Цифровыми негативами называют RAW-файлы, получаемые с фотокамер. Мы уже обсуждали ранее преимущество большой глубины цвета при сканировании или открытии RAW с фотокамер. Но здесь правильнее будет привести очевидную аналогию. Когда снимают фотографию на негативную пленку, с нее потом печатают снимок на негативную фотобумагу. Таким образом получают позитивное фотоизображение на бумаге. С одного и того же фотонегатива можно печатать весьма разные по передаче цвета и яркости фотографии. К тому же, как мы помним, пленка имеет больший интервал оптических плотностей, то есть способна передать больше оттенков, чем фотобумага. Все это значит, что фотонегатив более информативен, чем отпечаток с него. Например, существует технология получения фотоснимков высокого динамического диапазона – High Dynamic Range. И самый доступный способ создания такого снимка – это взять негатив и, выделяя области разной яркости, по-разному экспонировать их при печати. Получится фотография, в которой хорошо прорисованы и тени, и блики, и при этом сохранена контрастность. Точно такие же особенности есть и у цифрового негатива RAW. Напрямую работать с ним нельзя, это просто информация, полученная с камеры до ее обработки внутри камеры. По той же причине при съемке можно не задумываться о настройке баланса белого или о смещении экспозиции, есть в камерах такая настройка. При печати такого цифрового негатива можно тонко настроить параметры цветопередачи, экспозиции, применить фильтры шумоподавления резкости. Все это применяется не к уже сжатому изображению, а к чистому массиву пикселей, полученному с фотокамеры. Когда с камеры берут JPEG-файлы, то это значит, что тот же RAW был с настройками по умолчанию преобразован в JPEG силами фотокамеры. Если нет охоты возиться с каждым кадром, то это нормально, но вообще-то фотограф выжмет из исходника гораздо больше, чем бездушная программа. RAW — это не формат файла. Различные камеры пишут разные форматы. Есть также универсальный формат цифрового негатива, он так и называется — Digital Negative, DNG. И Photoshop, и Lightroom, и другие специализирующиеся на цифровой фотографии программы обычно умеют открывать форматы всех цифровых фотокамер. Например, Canon производит файлы с расширением CR2. Обычно при импорте в Lightroom, их конвертируя в DNG, так они сжимаются без потерь. Хотя специалисты утверждают, что потери при этом какие-то все равно есть. Итак, следующие форматы – это RAW-файлы фотокамер. DNG – это универсальный, общий формат. В этом курсе мы не будем глубоко изучать фотокоррекцию, но в следующей теме мы увидим, как работают с такими файлами в Lightroom. Завершим обзор универсальных растровых форматов современным веб-форматом от компании Google. Это WebP, используемый контейнер и, следовательно, расширение файла RIF. Google выпустила сразу два медиаформата, WebP и WebM. Первый хранит статические изображения, WebPicture, а второй – видео, WebMotion. Причем статические изображения сжимаются так же, как ключевые кадры в видеоформате. Поскольку это относительно новый, пока не набравший популярности формат, мы не разбирали его в предыдущей части про алгоритм сжатия, а здесь тоже ограничимся его упоминанием. Это веб-ориентированный формат, поддерживается преимущественно программами Google, то есть это браузер Chrome и система Android, и браузером Opera. Остальные браузеры пока вынуждены использовать дополнительный модуль Flash для просмотра этих изображений, если там, конечно, есть Flash. Поддерживаются только 8 бит на канал и с такими же потерями в цвете, как у JPEG. В сжатии графики тесты показывают его преимущество на JPEG и на JPEG 2000, ну а жизнь покажет, станет ли этот формат популярным.
Теперь посмотрим на оригинальные форматы. Вообще их много, но специфические программы нас сейчас не очень интересуют. А из программ общего назначения первым вспоминается Photoshop. Формат PSD – это изначально растровый формат. Photoshop имеет богатую историю и прошел путь от редактора фотографий до совершенно невообразимого универсального инструмента, который разве что кофе не заваривает. Мы еще вернемся к возможностям программы, но очевидно, что эти возможности прямо влияют на то, что хранит ее рабочий формат. Так вот, если в четвертой версии Photoshop был полностью растровым, потом появилась возможность хранить текст, потом векторные объекты, то сейчас есть и 3D, и видеодорожки, и много чего еще. Разумеется, этот формат не используется, например, в веб или полиграфии как таковой. Он предназначен исключительно для хранения проектов в Photoshop. Это, правда, не мешает другим программам с разной степенью успешности его импортировать. Например, CorelDRAW понимает этот формат, причем может разобрать по слоям и так далее, но с определенными ограничениями.